Почти на 800 миллионов тенге обманула жителей Западного Казахстана организатор финпирамид. Как сообщили в агентство по финмониторингу, компания Чиатай Фармацевтикал позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. Сотрудники организации якобы привлекали деньги физлиц и делили их между участниками. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и санкции суда сроком на 2 месяца взята под стражу. Досудебное расследование продолжается. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.